Меня зовут Ира. Мне 52 года. У меня проблемы с лимфоузлами, с ожирением, с лишним весом, с ожирением. Очень болят ноги. Все началось 2 года назад. Мы завели хозяйство, и там были куры. Куры были, ну, мы первый раз не знали ничего, как куры в шею вводить, как все это делать. В общем, получилось, что у куры в шее, там, может быть, какая-то инфекция попала на ноги. Потом у нас были кролики, у нас были козы, я их доила. Были свиньи. В общем, было все по чуть-чуть. Ну, сейчас уже этого ничего нету, уже от этого потихонечку начали избавляться, потому что ухаживать некому. Сейчас я не могу нормально ходить. Все болит, ноги болят. Какой у тебя вес сейчас? Сейчас у меня вес, ну, я все время была полненькая, у меня было 120-130 килограмм. Сейчас большой вес, я боюсь 180-200 килограмм, может быть, даже вес. При росте 164 сантиметра. Ходить я без... даже по дому хожу с палочкой, а так я на улицу выхожу очень редко. То есть год вообще на улицу не выходила. Сидела дома. Только до туалета, до кухни и обратно. А так раз, вот, раз в 3 месяца, раз в полгода вот выхожу на улицу. Сколько у тебя детей? У меня 6 детей, и это была после... Перед 6-м ребенком у меня была паховая грыжа. Ой, не паховая, пупочная грыжа, ее зашивали. Потом через год я родила 6-го ребенка. И не похудела, еще пошло больше, больше тут. Все больше и больше. Сама ты практически не болела, никогда? Я никогда не болела, то есть не было ни давления, ничего. То есть у меня было все время 120 на 80. И я с этим 120 килограмм, я нормально жила. То есть я, мой организм привык к этому весу. А сейчас это очень тяжело. При этом у тебя нормальный сахар? Да, я сахар меряю, у меня сахар в норме. Давление в норме. То есть у меня непонятно даже, что... куда. Ну вот, мы взяли Ирину к нам на чистку. Будем ее просто подготавливать к антипаразитарной программе. Но начнем с очистительной программы. И только когда проведем очистительную программу, только потом начнем антипаразитарную программу. Так, на диагностике, в принципе, пока только много грибов. Ну и проблемы, конечно, с промежностью, ну, с пролежнями, но это не такие пролежни, как их бывают у лежачих больных, а именно вот идет сухость, сильная кожа, именно грибковая инфекция. Поэтому мы это будем решать и каждый день будем описывать.